Комедия «Детали» только называется комедией. Жанрово – это семейная мелодрама с элементами черного юмора. Для Тоби Магуайра, который играет в «Детали» главную мужскую роль, это еще и попытка выйти за стереотипы Человека-паука, персонажа, в облегающем комбинезоне которого он уже больше не хочет жить. В плавную семейную жизнь пары беспорядок вносит внезапно появившийся в их саду енот. Это фильм не столько про людей, сколько про их животные инстинкты, про то, как в них иногда проглядывает звериное, как в плохом, так и в хорошем смысле слова. И енот играет в данной ситуации едва ли не самую главную роль. Он – центр сюжетной интриги. Мне показалось интересным рассмотреть поведение Homo sapiens под таким углом зрения. В ленте, кроме Тоби Магуайра, роли исполняют Рэль Йота, Элизабет Бэнкс и Лора Линни. Мне кажется, что мой персонаж, которого зовут Джеффри Лэнг, хороший парень, у него нормальная жизнь, он обычный среднестатистический человек. Но в какой-то момент он понимает, что его собственное существование от него уходит. Он зациклен на выполнении бессмысленных действий и совершении бессмысленных поступков. В конце концов, это становится для него абсолютно невыносимым. Он выражает свое недовольство так, как у него это получается. Лента выходит в ограниченный прокат в США, а тем временем Магуайр делает новый шаг к перемене своей творческой участи. Он приступает к съемкам в фильме Баса Луртсмана. Тот экранизирует знаменитый роман «Великий Гэтсби». Магуайр играет роль Ника Кэрроуэя, персонажа, от имени которого и ведется повествование.